Ребята, мы на канале Санчутик. Виталя, Саня, просит подписаться. Сереж накрывает подписал. Виталя, не шути шутки с мамой. Так, и Юрас. И сегодня, как вы поняли... Ноунеймы. Короче, у нас сегодня... В общем, манекен один, манекен два. Сразу говорю, у нас БФ, ну, известных, пока из 6 сезона 6. Это у нас Белиал, Роктавор, Циклон, Ваниш Фафнир, Север Валтрек, Роар Бахамут, и на подходе уже скоро будет Астрал Стриган. Но мы немножко посовещались и сделали немножко, ну опять же, предугадываем БФ, поскольку мы прошлым... Не-не-не. Ну, в прошлом году мы, в принципе, угадали, что Вайвран будет... Ой, Вакия будет в этом сезоне, даже с БМ, поэтому показываем под Б. Уинер, всем известно, что он будет, поэтому... Настрой... А если кто-то не знает? Красная Валькирия. Ну, Красная Валькирия, но я не буду думать, какой будет у Рашада новый бэй, поэтому сделали типа Красную Валькирию. А ну покажи это. Ты, есть Красная Валькирия, а есть... Кстати, подождите, можно сказать, смотрите, видео это золотое реально похоже на нового Вайтека. Сейчас, прям... ребята, у нас этот Вайтек. Поэтому, наверное, скоро ждите обзор. Ну, это будет первая атака. Да, теперь... такая, ребята, вы просто послушайте, такая вторая Вайтек у нас на канале. Скоро. Да. Yes. Кредит. Бахамут. Только мы взяли Саню, потому что Саня решил... У меня красивый. Ну... Посмотрим. Я даже не знаю, он мне более-менее больше нравится. Вот это Вайбра. Ну, я, конечно, знаю, все говорят, что он не будет, но... Мы говорим, что... А мы думаем, будет. Ну, в принципе, не... Все говорят, если он будет, если мы не говорим, что он... Ну и Ваниш Фафнир. Ой, да, Ваниш Фафнир. Ну, полностью свой Мираж, ну и Драйвера. Почему все такие... Так. Циклон Роктавор, ну... Его никто потому что Роктавор сейчас занят, поэтому сделали, ну, типа, слабенького цикла. Белиал, надеюсь, жесткий, это у нас самый жесткий. Посмотрите, подождите, знаете, от кого эта идея с Фениксом? Это было, я выдумал в команде, вот так накрутил. Смотрите, это и получилось. А пока... В общем, как мы сделали вот такого вот динамитного Белиала? Вот кольцо Феникса и ноль, смотрите. Идеальная вожилка. Ну и, в принципе, мы взяли два драйвера на проверку. От Феникса и вот этот Акарнайт. Поэтому, ну и свой один... Ой. Дес Саламон. Ой, не Дес Саламон, а... Вот, динамит Белио готов. В принципе, ну, вместе стоим. Ну и подумаем, пока будем менять драйвера, поэтому посмотрим. Ну и Виталий уже показал, вот... Красавчик Север Валтрек. Взяли синий, поскольку он более-менее похож. Ну, сделать такую битву. Так, а теперь Юрин и Бэй. Это у нас... Фиговый Ахиллес. Ну, думаем, да, что появится Ахиллес, поэтому... Не знаю, это я наугад на последние детали. Уже. Саня предложил такого вот Империала. Ну, это ты сам без меня. Ну ладно. Ну и такие детали. Я не знаю, я на последних минутах сделал, ну, потому что знаю, что Дрэгон и Ахиллес, возможно, 50 на 50. Ну, а также Бэй, девочки Или. Я не знаю. Ну, Илья. Илюха. Илюха, новая девочка в Бэйблэйде, как романтично. Кстати, Илюха любит Рашада. Не ясно. Виталий, не надо шиперить Зара. Ну, а также вот такой драйвер, очень редкого Б. Не помнишь, как его... Инферно, короче. Ну, я не знаю, как он, конечно, будет себя чувствовать. Ну, мне он просто случайно в тройном наборе попался в Бахамута. Ну, посмотрим. Я, конечно, не угадываю, какой... Ну, мы знаем, в принципе, что он... У Ильи будет Б, поэтому... Ну, почему Илья? Ну, я не знаю, может, выносливый будет. Да? Ну все, наконец-таки давайте к битвам. Я хочу
夢を見ろ、 SOA 進化しろ、サッシャー絶対に諦めるな、自分の翼で舞い上がれ。バチバチバチバチすべきのだろうだし、我が衆は強敵じゃと生き残ろう、最強の一人になるため、バズレス最後バトルだし、我が衆は何回だって立ち上がって、ベイブレイバトルダイナマイトバトル。Против Сани, Вайбран против Ахиллеса. Это уже Ахиллеса. Третий бой. И Сатурн всегда проигрывал. Давай. Три. Готовы? Наши. Три, два, один. Что? Ага. Три. Ахиллес. Ахиллес. Водик быть будет. Водик. Сейчас мы водик. Где это везде? Нет, вот видите, сразу как победителем, потому что 6 на 2 как-то будет нечасто, поэтому 8 на 2, 4, 4 на 2, 2, ну и 2, 1 на 1, все. Мои тут Сприхан Роктовор, Санин и Вайвран, и Бахамут, кстати, Фафнер, Дрэгон. Кстати, у нас Сани пришло по 3 боя. Ага. И Виталия будет Север Валтрек и кстати, потом мне... Динамит Болео. У меня так, почти... первый у нас Роктовор и Бахамут. Погнали. Words fall out of my mouth, they drift to the ground and they don't make a sound. I'll try to simple them back to the place in my head, but I feel that I lie. The proper speak that I need to narrate the scene, to tell you these things. The proper place for my thoughts, I know that I'm not, they know that I'm not. So getting transparent, I try, but I can't promise it. I'm not.
сейчас королевская битва. Спрайзен против Фафнера, Рор Бахамута и... Драгона, которого мы добавили. Просто так. Так, 3, 2, 1. О, мисс! Расколбас! Я проиграл. Ну и не я тоже. Спрайзен, одно очко, но мы играем до трех. Чудо, прости, как вы хотите. До трех хорошо, быстрее, да? Мы можем сейчас... Да, ну так, а надо до трех. Что значит 2 очка, 1-0, все. А, ну ладно. Победил астральный Сприган. Ну мы посмотрим, конечно, я буду ждать его. Это более тестовых обзоров. Бахаму, то, что я говорю, победит в любом моменте. Дрэгон, если он, конечно, выйдет. И четвертой Фафнер. Ну и пятая Бэйлиан, неплохо. Да, мы вот тестировали просто за кадром, поэтому пятое место сразу же. Ну, вот и будем заканчивать этот бой. Мы всем с Виталием. Давай, пятюньку. Ну, мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, для вас старались. Подпишитесь. Но, не хватает. Ваня немного помогал с камерой. Ребята, давайте добьем 400. Ну, конечно, вряд ли до дня. Ладно, мы ждем тебя, Байбет Марвел, если ты уже сделал. Ну, если сделал эстафету, то все. Не хочет, да? Если вы добиваете 400 подписчиков до 28 августа, но это вряд ли. Поэтому делаем очень большой-большой пиар на день рождения. Поскольку... Это сколько? 10 мест? Нет, 3 места, но первое место будет, кажется, 5 подписчиков. Или может даже и больше, я подумаю. Поэтому, ребят, давайте до 28 августа 400 подписчиков. Мы это, вы можете и мы можем. Поэтому всем до скорого и... Пока!